И всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Alien Isolation. Вон он у нас он. А где он? Ну типа заныкался, что ли? Так, ладно. В любом случае, что нам надо сделать? Так, нам нужно включить рубильник в лаборатории. То есть вот она, собственно, лаборатория. Включи рубильник в очистке. Так, тут у нас все закрыто. Может быть, стоит наверх полезть? Угу. Чужой просто гениален, он залез. Вентиляцию, чтобы, наверное, вылезти с другой стороны этого помещения. Блин, тут ведь спрятаться негде. Вот такая... Ахня. Блин. Камера, однако. Да опять по мне пробежались. Да блин, он задолбал. На самом деле. Блин, у нас еще огнемета мало. Ну ладно, как мы любим, разведка боем. Там у нас что-то светится, а, у нас в ящик можно залезть. Сам такой, и не шипи на меня. Да, опять он по мне пробежался. Радость, в него выстрелишь, он сразу сваливает. Секун, хе-хе-хе. Ну, на самом деле, блин. На самом деле, лучше нам прятаться от него. У нас не так уж и много осталось зарядов на огнемет. Так, это значит, чуть-чуть дальше у нас по этому, по коридору. Откуда эта тварь у нас и пришла. И там у нас, кстати говоря, что-то есть ведь. В том крыле. Ходит, ходит. Заныкаемся. Там у нас нечего такого смотреть. Не показано. Опять ходит уже пешком. Блин, хреново то, что против него работает только коктейль Молотова, да и огнемет только.
и все. Говорю, у нас там стол. Да, стол есть, кстати. Может быть, под ним... О! Под ним прятаться. Там можно что-то у нас выварить. Смотрите-ка. Блин! Он специально это сделал, могу поспорить. Так, тут у нас код нужно ввести. Нужен ионный резак, ну класс, у нас есть плазмин, теперь нужен ионный. А смысл... какая разница в них, а? Хм. Это у нас ничего нету. Вывалился. Там, кстати, что-то можно потрогать. Так, я не понимаю, он сейчас у нас вентиляция? По идее, вентиляция, раз так быстро ползает. Да, блин, да хорош по мне бегать уже, а! Это даже немного раздражает. А, блин, не так много. Подать энергию в Джимене. Так, блин, огнемет-то надо бы экономить. У нас есть файры, которым, по идее, его можно отвлекать. И у нас есть одна звуковая ловушка. О, кстати, сундук. Блин. Ну, сейчас он тут выпал. Да, выпал тут. Естественно. Такой недовольный ходит, рычит во всю. Этанол получили. Этанол нам сейчас тоже нужен. Я в свое время, блин, понараскидывал с этими. А, господи. Коктейлями. Огнеметом расстрелялся. Взрыватель. Блин, целых... три этих у нас задания, охренеть.
Опять он тут надо мной ползает. Ах, аптечка. Блин, лучше бы оставить ее. Вещество, шприц. А, ну да, там еще хлам нужен. Хотя хлам тут на все нужно. Сейчас вылезет, нет? Не вылезет? Блин, жалко, я бухло не могу закидывать в огнемет. Как смесь какую-нибудь там. Было бы прикольно, если такой ввели бы. Он теперь пешком ходит, да? Так, но все-таки, блин, как же нам добраться, интересно, до того ящика? Хотя вот там у нас тоже есть какой-то компьютер, смотрите. Почему эта тварь нельзя просто взять и прогнать? Два, семь, четыре, три. Окей, 2743. Да блин, да задолбал дверь открываться, закрываться. О, великолепно. Хлам, клей, всякая хрень, которая мне не нужна. Да. Так, слан на дворовок в комнату с этим какого? С камеры отключенной, потом дальше по коридору и что-то на включать надо. Так, но не слышу то, что он пешком ходит.
там по вентиляции носится. Причем явно ведь прислушивается. Благо, на пока нет этой фишки, то что говоришь микрофон, он тебя слышит. Блин, там было не 30, там было 90 написано. Можно было, блин, пройти же. А давайте тут, наверное, оставим все жить. Выполз. Все-таки, блин, интересно довольно-таки с чужим в прятки играть. Жаль, что на это уходит так много времени. И ушел. Блин, я очень не хочу тратить заряд для огнемета. Но пока придется. Шел вон. Вон он, гад, в этой какой вентиляционной шахте торчит. Так, кстати говоря, где мы вообще? Мы там рядом уже, да? Включить рубильник в лаборатории нужно. Сейчас вылезет. Или же не вылезет? Как же вот эти вот этот долгий момент проходит? Один есть. Так, с лабораторией мы включили рубильник, отлично. Теперь нам добраться до лестницы и вниз. На первый этаж, там может быть засавиться заодно. Теперь нужно рубильник второй включить.
распространению Jeremy Exoplanet Solution и оказать 603, найти грузовой лифт и добраться на нем до проекта KG-348. Интересно, что это за проект такой? Да блин, ну, Рипли, ну давай, я жму. Так, отлично. Сейф. Так, теперь посмотрим, что у нас есть тут. Нам явно что-то надо будет включать. Ну да, блин, так я думал, что это мертвый андроид. Почти собрали. Блин, как же в этой игре, кстати, ребят, мешает музыка? Чужой явно где-то шарится, а у нас музыка играет повсюду. Так, какой у нас тут есть выход? Ну, назад я и так идти не хочу. Интересно, тут у нас по прямой не будет выхода. Я, конечно, понимаю, что музыка должна нагнетать атмосферу и все такое, но когда слушаешься в звуке чужого, это реально мешает. Закрыто, да? У нас тоже теперь сейчас закрыто. Хреново! Еще один клей. Не хватает одного вещества Б. Ох, наверное, плохая идея. Рипли.
Интересно, тварь сюда вот можно пролезть? Ну хотя я бы ничего спрашиваю. Естественно, может пролезть. Блин, может бросок до этого, наверное, сделать надо бы. До сейва. Метров от нас вылез. Не понял. Откуда, блин, тут камера работает? Так, ну ладно, разок-то нам прогнать чужого еще хватит. Скотина, я не слышу, как он вылез. Забрался, отлично. Хорошо, меня шипеть, падла! Да! Не нравится? Пошипи на меня еще. А, ты у нас тут еще живая, да? О, блин, у нас нету этого огнемета. Блин, я думаю, что это великолепное место, чтобы засейвиться, ребят. У нас нет огнемета. И ладно, 5 секунд, ребят. Так, и, ребят, мы продолжаем. Конечно, продолжаем. Мы, ну, я, наверное, например, уже неделю не играл в эту игру. Собственно, сколько у меня было записано серии, столько и поставил выливаться. И, в общем-то, отдыхал от записи, ребят. По большей части стримил с Наварычем и с Гарвелом. Как я думаю, это вы уже видели. Ну и, собственно, да. Кстати, мы оказались в очень плохом месте. После выхода из Севена на нас постоянно смотрят камеры, которые нас постоянно палят. И тут уже появляется чужой. Собственно. Лёг на помине. А. Ясно, я упал. Ладно, загрузка. Странно, на него не пойди с огнемет, блин. У нас, конечно, два патрона всего-то. Ой, господи. Патрон, два заряда. Спрячемся. Что у нас есть? Генератор звука, коктейли молотова, аптечка, фаер. Говорят то, что фаер его может, можно еще привлечь. Это говорит то, что его можно им отвлечь. Ладно, нам надо бы одну вещь сделать. Он где-то ходит. Так, а именно тут нажать на кнопочку.
Чтобы. Кстати, что нам вообще надо сделать? Включить рубильник, подать энергию в Джемини. Собственно, мы сейчас включим рубильник в очистке. Почему карта опять не двигается, господи? Ладно, вновь приходится прятаться. Что поделать? Ходит рядом. Причем Мирес там в комнате сидит женщина, он на нее вообще внимания не обращает. Ну давай уже, вали отсюда. Почему мы его убить не можем, а? Это же бред. Не, снова он все-таки не со стороны стены, он просто за нами ходил. Где этот чертов пульт? Да. Так, отлично. Рубильник включили. Куда нам теперь надо двигаться? А, господи, возвращаться туда вот-то. Блин, жаль, тут вот нельзя именно выбрать сейф, с которого тебе загружаться. Потому что так бы можно было бы отсюда, особо-то не тратя патроны, пробежаться вот сюда вот, и ну уж даже отсюда. Вот тут засейвиться, вначале вот это включить, потом уже вот это вот тут включать все. Подключить кабель распределения. С той стороны. Ай, блин! А, скотина, я думал, он все-таки пошел по коридору и ушел туда. Да обращайте все внимание чужого. Да блин, он постоянно за нами так носится. Сейчас за ним бежит? Да, бежит. Прибежал. Плохо. Ящик, я ни черта не понятно, где он находится. Так, и Мексивер потихоньку начинает раздражать музыка, потому что из нее не слышно шагов чужого.
пойдешь. Так, встречаемся. Угу. А у нас ушел вентиляция, да? Всякая фигня, да? Он опять ходит. Блин, жалко, у нас огнемета только два выстрела есть. Блин, там еще гребаные камеры еще у нас есть. Конечно, очень удобно. Вот что он постоянно трется около нас, а? Знаешь, второй раз задаю этот вопрос. Ну, великолепно. Ну, камера, ну... Ты что, не могла в другую сторону посмотреть? Так, тут у нас есть шлюз, да? Который может нам помочь вот так пробраться. Только вряд ли в нее не хочет лезть. А вот, наконец-то. Такие вон какие-то конвейеры тут были. Так, коктейль Молотова, блин, нам надо еще одно вещество получить. Так, где мы? Мы уже тут, то есть я выйти сюда. Наша главная цель — добраться до сохранения. И желательно при этом быть живым. Насколько я знаю, кстати говоря, он ведь может нас даже пришибить, когда мы сохраняемся. Так, и надо подключить провод теперь, да? Да, подключить кабель. Окей, что нам это дало? То есть я его, собственно, подключил. До сих пор подключить.
По-моему, он где-то рядом. Ага, то есть сюда мы уже не забраться не можем. Круто. И что мы, собственно, сделали сейчас такого? До сих пор подключить кабель. Получен запрос на техническую проверку в секторе С-12. Запрос подтвержден. Ожидайте техника. Ожидайте техника. Вон он стоит, он с красными глазками. Что ты, блин, вообще такое делаешь, а? Что-то, по-моему, я вообще ни черта не понимаю, ребят. Что нам нужно сделать? Я Мурбидис Сиксон. Вместе работают на благо станции Севастополь. Ну, конечно, конечно. А, вот оно как. Все, Рипли, лифт заработал. Ясно. Слава тебе, Господи. Скажите, когда доберетесь, да? Ради бога, скажу. Так, и как нам туда попасть? На лифте к проекту KG3-348-446. Пускай этот пока занят вот этим, мы прокрадемся и запишемся. Успею, Ижина заметит. А, не, смотри-ка, успел. Пока-пока, чужой. Ты у нас сейчас должен свалить. Ага, дверь у нас теперь тут открыта, да? Сообщит Аполло. Ах, хлам мне не нужен. Мне бы топливо для огнемета, который так бездарно истратил. То есть он над нами ходит.
А, то есть тут особо такого смысла даже и не было. То есть просто у нас тут два входа. Тут у нас проходик. Ну и топает, конечно, он. И главное, даже не поймешь, где он там топает. Так что он под полом не умеет ползать. Это насколько я понял. Блин! А, может ползать. Прикольно. Так я сижу, сижу, сижу. А он тут хренак нас. Значит, таки он у нас умеет ползать, да? Контактом? А. Аполло и андроиды Сиксон вместе работают на благо станции Севастополь. Да-да-да, вместе работают на благо станции, это мы уже все слышали. Так, если он спрашивает, кто вы, значит, там где-то рядом чужой. Такс. На каком у нас этаже, интересно, чертов лифт находится? Это у нас выше этаж, это у нас ниже этаж. Ну и, собственно, ребят, после того, как вы видели, как меня убил, у меня игра крашена, точнее, не после этого, я прошел дальше, я нашел немного топлива для огнемета, попытался вернуться к самому первому месту, где мы сохранялись, и, блин, игра крашнула, как меня убили. Очередной раз. Попробуем вновь. Странно, странно. У нас двери-то закрыты. Заметил, где мы были? У андроидов полно работы. Да, андроиды не хотят электроовец, овец. Круто. А то теперь зарядов для гнемётов нет. Ладно. Собственно, я всё шёл за ними, но сейчас мы сдохнем. Это же смысл так-так загружаться. Давай, открывайся уже. Вот, вот это вот, блин. Давай, залазь. Я вот так ненавижу вот эти вот чертовы вентиляции, куда хрен залезешь еще. Так, это что, тебя еще не отпустило, да? Наш сенсор. Это он залез и же вылез? Ясно.
вали уже оттуда, а. Все, убрался. Ну, не совсем, конечно, естественно, он опять вылез у нас тут. Отвали. Не сюда. На, он все-таки девчонку пришил. Как нам тогда туда пройти? К тому лифту. У нас как что-то важное показывает. Это на зайца повезло, ребят. Вот оно куда нам, да? Направим. Чувак, с какой... хуй, сквозь текстуру вы видели? Такс. Тут у нас какая-то лестница. Ну, я тут помню, тут у нас был такой спуск, кстати говоря. Видимо, какие-то макароны тут можно было пробраться через него. Ладно, поехали, что ли. KG-348. Вечно прятаться невозможно. Не знаю, ребят, я говорил то, что игра не страшная. Уэйтс, может быть, я дошла. Она может быть слегка... Заткнись. А может быть слегка напряженные, конечно, но она не страшная. И вот именно вот напрягает то, что чужой нас убьет просто с одного удара. Не знаю, мог бы там оттолкнуть, может бы по щам дать шокером или же ключом гаечным. Вроде да. Ясно. Идите в лаборатории. Так, и где у нас в лаборатории находится? Ну, почти что на другом конце карты, как обычно. Так, слушай, сейф. Так, у нас тут довольно много места, где можно что-то обследовать. Может быть, мы наконец найдем топливо для огнемета. Так, прятаться, прятаться.
у нас негде, да? Но вещество тоже пригодится. Ну, можно сказать, что джекпот. Я вообще шароебюсь. А, вот он у нас сейф и... На, просто-напросто так набраться. На это у нас что такое вот это вот? А, система безопасности. Фейтих на башне Лоренс. А, Джейми, чё ли я бы сказал, экзоскелет, экзопланет. Кто-то что-то там пишет где-то. Привет. Как дела, друг? Имею в виду, я тут слышал, как кто-то шебуршится в вентиляции. Да серьезно. Чувак, у меня для тебя плохие новости. И 5 секунд, ребят. Так, ладно, мы продолжаем, ребят. Я тебя не знаю, но ты вроде мирная. Да, вот только кто-то за мной ползает, он явно не мирный. Ты же меня спасешь, если он придет, да? Имею в виду, я тут слышал, как кто-то шебуршится в вентиляторе. Да серьезно, ты слышал? А я это видел. Я тебя не знаю, но ты вроде мирная. У меня в руках огнемет. Хочешь, я тебе... Хочешь, я тебя согрею? Имею в виду, что тут слышал, как кто-то шебуршится в вентиляции. Ой, это что такое еще? Янтер. О. Я тебя не знаю, но ты вроде мирная. Круто, там один сенсор был. Аккумуляторы заряжают для шокера. Андроиды не должны убивать. Однозначно. Ошибка, Кларк умер. Джеймсон Кларк погиб. Когда я его постоянно видела, он пытался соорудить из подручного хлама взрывное устройство для самообороны. Я предупредил ему, что нужно быть осторожнее, но когда вернулась с припасом, увидел следы взрыва и кровавые ошметки. Теперь одна. А теперь осталась одна. Так что пойду к тебе. Ты где, Элейн? Я смотрю, у тебя тут веселье было прям-таки. Шприц-пропуск. Никому, да. Так, чувак, мне нужно бухло. У тебя есть бухло? У тебя явно должно быть бухло. Я рад, что тебе все достало. Вот мне бы бухла бы немножко, парочку бутылок. Так, нет, так я ни черта не вижу. Где мы оказались-то? Тут. Нам бы вернуться тогда сюда, обзасейвиться бы.
Ну что же, чужой, в общем-то, за нами пока что не гоняется, ребята. Это, я думаю, вполне хорошо. Мы можем подобрать нам патроны для огнемета. Ну, естественно, пойти уже дальше, но уже в следующей части, ну, серии. Ну, а пока что, ребят, с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей, комментируйте видео и делайте добрые дела. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующий раз, ребят. Всем пока, до новых серий и до новых врывов.